Оу, зодиак мыши. Мой внук перед смертью пожелал, чтобы я услышала его игру на флейте. Думаю, вы смогли бы мне помочь. Прошу, примите эти дары от старушки. О, рисовые шарики с кунжутом! Зодиак мыши? О, госпожа Зодиак, мой внук, как и вы, играл на флейте. И я хотела спросить, не могли бы вы сыграть для меня его песню? Ага, ноты есть? Так просто? Вот, думала, пригодятся на случай, если вы согласитесь. Скоро все будет! Но почему так сложно? А ты точно правильно играешь? Да! Но будто чего-то не хватает. Может, она забыла одну из страниц? Точно! В следующий раз спрошу ее. Я не помню, чтобы хоть о чем-то тебя просила мышка. Но, похоже, я забыла тут свой поднос. Не видела его? Ах, да! Он вот здесь. А? Вот и недостающая часть. Теперь я смогу закончить ваши песни. Прошу, возвращайтесь завтра. Какая энергичная юная мышка. Она напоминает мне моего внучка. Готово! Теперь просто осталось сыграть для нее. Зодиак, вернись уже в свой храм. Минтио, мне нужно кое-кого найти. У тебя есть что-то из ее вещей? Сможешь ее найти? Я получила координаты. Но, Сима, ты должна кое-что знать. Ох, я не ждала гостей. Чем могу помочь, юная мышка? Кое-кто просил меня сыграть вам песню. О-хо-хо-хо! Любопытно, и кто же попросил? Я столько лет ни с кем не разговаривала. Этот человек очень хотел, чтобы вы ее услышали. Надеюсь, вам понравится. Какая чудесная песня! Интересно, от кого она?